your face прямо сейчас. Поворачивайся. Как вам бой, я Ивана? Ну, молодец, победил, но есть над чем работать. Он молодой, он неопытный еще как боец. Поэтому я впоследствии укажу ему на ошибки. Вот, укажу тренеру его, над чем нужно работать, что нужно исправлять. Ну, и думаю, впоследствии он прислушается, поработает над ним. Больше допускать не будет. Ну, конечно, много. Конечно, много. Я когда третий бой дрался, у меня тоже была куча ошибок. Как отреагировали на желание Алихи и Бати после боя подраться с вами? Я уже говорил, я даже первый раз увижу Алихи и Бати, то я о нем не слышал. Хочешь, чтобы тебе услышали, узнали, вызови Емельяненко. Кто он, что он, где он дрался? Он вообще спортом занимался когда-нибудь? Или выскочил тут, с вами подрался и начал грудь бить, Емельяненко нам бы вызывал. Ну, взял бы еще Федю, вызвал, вообще бы, не знаю, все, вот так бы сделали, кто такой, что такой, как его зовут, я даже, тут, если бы сейчас не сказал, даже не запомнил, не смог бы повторить. Будем считать, что это глупость его была. Александр, Вячеслав Дацик сказал, что вы ему звонили, когда он ходил от наркоза, о чем вы говорили? Можно я скажу, а вы запикаете? Дацик пиздобол. Я ему не звонил. Я могу показать переписку, он всю херню скидывает. Потом менеджеру его жалуется, что ему название, что ему смс-ки пишут. Такой маразматик немножко, знаете, человек с пулей в голове. Я ему не звоню, мне нахер не нужен. Он всякую херню скидывает. Я уже прошу своего менеджера, проси его менеджера, чтобы он мне не звонил. Он говорит, мне просим, ну они там не знаю, о чем там разговаривают. Все понимают, что человек больной на голову. Он предложил вам драться по германским правилам. Да он вообще, я не знаю, он фильмов насмотрелся, он еще, знаешь, как Ван Дам, с Тампо дрались, руки бинтами, в клей, в стекло, и начали бы там. Ничего в голове нет человека. Поэтому я за спорт, я за правила, которые предлагают драться, а не за то, чтобы поддерживать маразматика Дацика. А, кстати, по каким правилам предлагаю драться с Дациком? Бокс, мымай, перчатка. Устраивает? Устраивает. Я бы дрался бы в обычных боксерских перчатках. Но это новый вид спорта, который сейчас заходит, который сейчас интересен всем. Почему не попробовать? Я не без разницы, как драться с ним. Я только против боев на голых кулаках. Потому что я когда подрался один раз, у меня был опыт. Я разбил себе руки, я полгода залечивал руки, я не мог сжимать их. И там может даже любой неэффективный удар нанести такую сумасшедшую сечку. Ты очень сильно такой травмированный. И сам травмируешься, и соперника травмируешь. А мимо перчатка, боксерских перчатках, хоть как-то бережешь руки. А руки — это мой хлеб. Они меня кормят. Александр, на прошлой неделе Джон Джонс передавал вам привет через Федора Емельяненко. А какая была ваша первая реакция, когда увидели вот это видео? Нормальная реакция. Мне кажется, Джон Джонс еще не начал заниматься смешанными единоборствами, когда я начал выступать и когда он начал смотреть меня по телевизору. Как хороший человек. Был на моих боях, присутствовал. Приезжал, поддерживал меня. Когда я дрался, по-моему, с Бобом Сапом в Москве, да. Будет возможность, я на его боях тоже присутствую, поддержу. Хорошо, бойцовский мир увидите, дружит. Ну вот, невзирая на распри, те, которые творятся за пределами ринга. Мы дружим, общаемся. Ну, как бы так вот передаем, заочно друг другу приветы, поддерживаем по возможности друг друга. А напрямую в социальных сетях не общались с Джоном Джонсом?
Нет. А каким для вас он запомнился в 2013 году, вот когда приезжал в Москву? Так каким? Обычным, хорошим, нормальным человеком. Плохих людей не бывает. Я уже давно к этому пришел. Просто есть люди, которых мы не понимаем. Вот, и делаем по своим каким-то личным выгодам, не знаю, еще чего-то там, не выгодам, а недостатком, вот, выводы от других людей. Если у тебя есть друзья, если у тебя есть родители, которым ты нравишься, почему ты... Вот, я тебя просто не знаю, поэтому я всем говорю, здрасте, здрасте, люди добрые. Вот, нет плохих людей. Если люди, у него какое-то свое видение, свои взгляды, свое это, с моими не согласны, значит, я должен по себе, по своим выводам делать о нем, о человеке какое-то заключение. Неправильно. А любит пошутить он в жизни? Кто? Джон Джонс. Да все любят пошутить. Все любят. Давай. Пропустил шутку в пузо. Кстати, а вот вы говорили, да, про правила бокса. Вот если говорить о боксе, то недавно как раз ваш брат, тоже ранее упомянутый, Федор Емельяненко, выразил желание провести бой с Фрэнсисом Нганом. По правилам бокса, вот насколько вы видите этот бой реальным? Давайте, знаете что, Федор будет за себя сам говорить. Фрэнсис Ганн будет за себя сам говорить. Я не знаю, какие правила, я сейчас какие желания кто изъявляет. Если что-то скажу, а в итоге получится не так. Федор сам может говорить, поэтому задавайте подобные вопросы касаемо Федора. А вот, кстати, вы недавно в своих социальных сетях, по-моему, написали, что хотели бы, ну, скажем так, сделали большой первый шаг к тому, чтобы пойти на такое примирение, да? Вы сказали, что хотели бы поговорить с Федором. А вот можете рассказать, когда последний разговор с Федором состоялся? А когда я это говорил, что я делал, как это выглядело? Можешь мне напомнить? Ну вот мне недавно попадало в социальных сетях, там что? Ваша цитата про то, что вы бы хотели поговорить с Федором Емельяненко. Я давно хочу поговорить об этом. Понимаешь, чтобы вы мне вопросы не задавали. Давай мы как поговорим, ты об этом узнаешь. Мы не будем забегать вперед, и через тебя мы не будем это выкладывать, не знаю, там, в эфир. Это лично. Я же не спрашиваю тебя, там, не говорите, давай я там сегодня тебе спать будешь, я буду свечку тебе держать. Поэтому касаемо личного, ну сюда не лезьте. Что у вас, не хватает каких-то новостных событий, которых можно обсудить, напечатать, и вот вам нужно... Постоянно нижнее белье поворошить, поковыряться, а вот это вон то. Да разберемся, следите за моими соцсетями и будете в курсе всех событий, которые со мной происходят. Все, спасибо вам.